Не хотите подержать? Боюсь. Да не бойтесь, она не кусается. Всем привет! Детская школа телевидения «Телешко» представляет программу «Перекличка». Привет, телезрители! Сегодня для вас перекликивать Симферополь будем мы, Саша, Руслан и Курочка-Матурочка. Если ты крайне удивлен, что наша соведущая никто иная, как курица, то мы тебе сейчас все объясним. В нашем проекте с интересным названием «Перекличка» мы перекликиваем весь Симферополь по всем направлениям. И составляем рейтинг популярности. В наш обзор уже попали памятники города. На очереди улицы, фонтаны, районы, перекрестки, дома и музеи. Все верно, но рейтинг мы составляем не один, а целых два. В онлайне и офлайне. Итак, тема выпуска на сегодня – это театры Симферополя. Моя задача – опросить как можно больше жителей Симферополя. Будем узнавать их мнение, ведь 2019 год – это год театра. Этим вы сейчас и займетесь. А мы тем временем переходим к третьей строчке нашего онлайн-голосования. Крымский академический театр «Кукол» – один из старейших и ведущих театральных коллективов Крымского полуострова. Он был организован в 1938 году. Сказка «Аленький цветочек» Сергея Аксакова открыла первый театральный сезон в сентябре 1939 года. Во время Великой Отечественной войны театральный коллектив не прекращал выступать в условиях оккупации. Интересно, что после войны в театре «Кукол» ставили не только детские представления, но и представления для взрослых. В наше время тоже есть спектакли для взрослых. Последний из них – это поэтический этюд «Море, море». В 1966 году важнейшим этапом развития в жизни коллектива стала постановка режиссера Сергея Морозова «Неразменный рубль», где впервые использовались методы механизации куклы. С тех пор о театре кукол говорили всерьез, и в 2007 году он был удостоен звания академическим. Крымскому академическому театру кукол больше 80 лет. Ну а его творческий коллектив ставит современные постановки и использует новые технологии. Также для театра кукол сейчас строится новое здание, а пока что он занимает 3-е место в нашем онлайн-голосовании. Вы не подскажете, в какой театр мне лучше сходить? Я просто не местный, да. Ну, мне сложно сказать, куда вас пустят с такой живностью. А она что у вас любит? Какие представления? Не, ну я ж не знаю вкусы вашей курицы. Ну а смотрите, допустим, есть русский, мне часто советуют, и академический. Какой между них выбрать? Может быть, драматический лучше? Возможно. А подержите тогда, я запишу. Она не кусается. Давайте. Как ее правильно держать-то? Да закрыли, чтоб не улетела. Чтоб не улетела? Да, так за спинку. А вы ее потом не съедите? Нет. Смотрите, я проверю. Хорошо. ТРК Крым, я вижу. Популярный театр Симферополя. Я просто не местный, вот пришел спросить. Подожди, я сам не местный. Какой самый популярный театр? Звонок другу. Хорошо. Какой самый популярный театр? Академический. Мне нравится очень музыкальный театр. О, пойдем на театр. Пишу. Нет, я не писаю. Все. А вы... Ага. И мои лапы. Все, спасибо большое. А вы часто ходите в театр? Очень, да. Интеллект проверяю. Или знания Симферополя. Угу. Ты чувствуешь, когда у меня были курицы? Часто в театр ходите? Да. Всем приятно, я Юля. Это Матурочка. О, как у тебя дела? Она меня шоклюнет, да? Нет. Перекличка знакомит вас с памятниками крымской столицы. Делаем мы это двумя способами – в онлайне и офлайне. Саша и Курочка-Матурочка – мои коллеги, собирают мнения прохожих. А в это время наши корреспонденты провели онлайн-голосование, по итогам которого у нас определилась тройка лучших. С обладателем бронзы вы уже знакомы. А теперь давайте узнаем, какому театру немного не хватило голосов для попадания в тройку лидеров. Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр расположен на улице Менделеева. У этого театра давняя история. Начиналось все с театра кукол «Карагёз», а через некоторое время на сцене можно было увидеть постановки с актерами. Первые театральные постановки были во времена Крымского ханства, но тогда все роли исполняли мужчины и даже женские.
Только в октябре 1901 года в Бахчисарае открывается первый театр, в котором ставятся просветительские спектакли при участии женщин. Но популярность театра росла среди крымских татар, и в 1923 году был открыт Крымский государственный татарский театр. После Великой Отечественной войны театр пришлось восстанавливать. И только в 1989 году, благодаря усилиям корифеев крымско-татарской культуры, театр вновь заработал и работает по сей день. А сейчас настало время узнать, какой же театр занял второе место в нашем онлайн-опросе. Государственный академический музыкальный театр Республики Крым – это единственный профессиональный музыкальный театр на полуострове. Театр создавался в 1955 году, когда из Киева в Симферополь на постоянную работу был переведен 3-й областной передвижной драматический театр. 15 июня 1955 года спектаклем «Сильные духом» театр открыл свой первый сезон. Но собственного помещения у театра не было и заявил на себе со сцены Русского театра имени Горького. Только в 1977 году труппа отметит новоселье в специально построенном для нее здании в центре крымской столицы. Интенсивная и продуктивная работа над качеством постановок принесла театру в 2006 году почетный статус академического. С января 2015 года начался новый этап развития театра. Большие перемены, связанные с общественной миссией культуры, повлияли на его репертуар. Также театр получил новое название – Государственный академический музыкальный театр Республики Крым. Новое название говорит о том, что царствовать днем будет музыка. Поэтому именно сюда едут выступать известные артисты. А в нашем рейтинге музыкальный театр занимает второе место. Здравствуйте, извините, что отвлекаю, а вот какой самый популярный театр в Симферополе? Русский, поддержите, я запишу. Только аккуратно. Театр юного зрителя. А поддержите, я запишу быстро. Его тонкус поддержит. Хорошо, поддержите тогда, я запишу быстро. Нет, давайте лучше я поддержу. Ну не бойтесь, не бойтесь. Ее зовут, ее что-то зовут? Матурочка. Так. Наверное, на Горького. А не поддержите, я запишу. Давай. Угу, спасибо большое. А вы часто в театр ходите? Бывает. Наверное, музыкальный театр. Угу, да, хорошо. Больше. Поддержишь, я запишу. А вы часто в театр ходите? Да. Представление на целый есть. Буклет на весь год расписан. Ласково. Осторожно. Ласково. Вот так. Молодец. Хотите вы тоже погладить? Да. Ты смотришь проект «Перекличка». Мы составляем рейтинг самых популярных театров Симферополя. Делаем это, как всегда, двумя способами – в онлайне и офлайне. Если со вторым все понятно, Саша и Корочка-Матурочка собирают мнения прохожих и записывают данные в блокнот, то с онлайн-опросом не так уж все просто. На третьем месте нашего онлайн-голосования – театр кукол. На втором месте – музыкальный театр. Остался самый главный вопрос – кто же расположился на первом месте нашего онлайн-голосования? Крымский академический русский драматический театр имени Горького – это старейший театр Юга России. Его история начинается в 1821 году. В то время московский купец по фамилии Волков жил в Симферополе по совету врачей. Волков очень любил театр, а в городе не было ни одного подобного заведения, поэтому он самостоятельно решает открыть театр. Первым зданием театра был каменный сарай при доме дворянского собрания. Но несмотря на очень скромный внешний вид, театр стал одним из центров культурной жизни столицы. В 1846 году на сцене театра выступал известный русский актер Михаил Семенович Щепкин. После этого события в провинциальный театр приезжали и работали другие достаточно именитые актеры. И в 1910 году началось строительство нового здания театра. 11 апреля 1911 года состоялось торжественное открытие театра. Кстати, Симферопольский театр славился на весь Советский Союз. В его труппе работали и работают талантливые актеры, режиссеры и художники. А в нашем рейтинге он занимает первое место по результатам онлайн-опроса. Здравствуйте! Здравствуйте! В какой театр вы мне посоветуете пойти? Я просто не местный.
А петуха ты где-то на выручке? А, это мой домашний питомец. Серьезно? Да. Обманываешь, небось? Не. Ой, какая прелесть. Не хотите подержать? Боюсь. Да не бойтесь, она не кусается. Не, она не кусается. Ну, может, обкакать. На, держи. Обкакает? Нет. Так в какой театр мне лучше пойти? Театр? Да. Иди вон на выставку. В библиотеку имени Франко. Угу. Хорошо. Там хорошая выставка. Ой, смотри, какая прелесть. Все, ну вы тогда оставайтесь, а я пойду. Все. Для вашего возраста подойдет еще театр кукол. Там есть прекрасный спектакль. Хорошо. Просто великолепный. По Конан Дойлю. А поддержите, я запишу? Собака Баскервилля. А тогда сами запишите мне? Пожалуйста. А вы в театр часто ходите? Вчера была. Да, и как? Ну, мне понравилось. Можешь погладить, да, конечно. Можешь даже подержать. Кстати, не подскажешь, какой самый популярный театр в Симферополе? Не помню. Ну, а смотри, мне часто предлагают русский и академический. Какой мне из них выбрать? На самом... Советую в 20 ходить. Хорошо. А ты часто в театр ходишь? Нет, бывает с классом. А со мной с Матурочкой пойдешь в театр? Сейчас времени нету. Я подожду. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какой самый популярный театр в Симферополе. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети, а в реальности Саша с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, на третьем месте в рейтинге театров – театр кукол, на втором месте – музыкальный театр, а на первом месте – русский драматический театр. Но это лишь мнение тех, кто сидит в интернете. А вот мнение тех, кого встретили Саша с Матурочкой. На третьем месте самых популярных театров – музыкальный театр. Второе место прохожие отдали театру кукол. А Крымский академический русский драматический театр стал самым популярным театром, по мнению общественности. Вот такие вот дела. Опять Саша заблудился. Руслан, мы тебя там ждали. Ладно, еще выучишь город. Ну, а нам пора прощаться. А для вас перекликивали Симферополь. Руслан, Саша и Курочка-Матурочка. Увидимся на улицах города. Пока-пока. Ну, если ты потерялся, то позвонить ты мне мог? Ну, мог, конечно, но просто курочка кушала. Ну, позвонить это так просто.